Всем привет! С вами Стас, и сегодня я расскажу вам о своих питомцах. Но сначала... But first, let me take a selfie. Хватит селфи! В данный момент у меня собака породы мопс. Как вы видите, это Кроши. Ее зовут Кроша. Ей 4 года, и она очень спортивная. Шутка удалась. На самом деле она очень неспортивная. Она любит лежать, и еще она пукает и храпит. Я сказал это, да. Вот, эту собаку у нас уже 4 года, мы ее все очень любим. Она просто маленький комок радости, она не помещается в камеру, она вот маленький комочек радости. Слизь мне. Также раньше у меня была кошка Лиза, породы британец, и она сейчас живет у бабушки, так как у нас появилась вот эта вот кроши-кокетка. Маленькая собака, 10 килограмм. Литл. Кроши-кокета. Также в детстве у меня были хомячки, и они ночью бегали в колесе, и мы просто кричали тоже, да бог ты мой, хомячки в спортзал пошли. Также, наверное, после спортзала они ели друг друга, потому что на каждое утро у нас становилось все меньше хомячков. Они рожали и ели друг друга, хотя мы их кормили регулярно, у них всегда была еда. Рожали, ели, хорошие животные. Не люблю хомячков. Также раньше у меня были попугайчики, от них ничего хорошего сказать не могу. Они изгадили всю стенку в зале. Но они интересные животные, не то что хомячки. Они хоть друг друга не едят. Ну а на этом все. Призываю поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал Ради Мопс, а также подписаться на меня в Твиттере, Инстаграме, ну и ВКонтакте. Давайте еще ВКонтакте подпишемся, почему нет. В Твиттере, кстати, много всего интересного. Если ты это пропускаешь, то можешь сказать, что у тебя нет жизни. Всем пока, ребята, и спасибо, что подписались на мой канал. Я танцую. Пока.